напрямую решали вопросы не в пользу России, а в пользу своих личных интересов. Ну а что, нам пройти можно? Пройти можно? Вопросы задать. Здравствуйте. Одних руководителей пригласили. А что, рабочим нельзя задать вопрос? Рабочим-то нельзя вопрос задать? Если мы не сделали, то мы Да. Но у нас много вопросов наболевших у рабочих правительств. А что вы говорите, телефон? Так наша власть относится к народу? А кого приглашают? Кто это? Поближе к власти. Шишек всех созвали, а рабочий народ за бортом. Как это так-то? Вот. Вот господин Сыденов так относится к своим избирателям. Рабочих не приглашает в красный уголок. Вот. Вот правительственные машины, сам Сыденов с руководством ведет совещание. Рабочих не пригласили. Нас сказали, идите отсюда. Надо было записываться на прием. Никто это рабочим не сообщал. Вон рабочий тоже уходит с конференции, что не допустили. Вот рабочих не допустили. Вот так господин Сыденов относится к народу, к своему, как к халапью, не допуская на разговор.